мои дорогие, мы сейчас приехали с мужем на площадь Султан Ахмед. Хотим здесь погулять, пока у нас дома наши свекры, то мы решили провести немножко день сами. Тем более у нас сегодня годовщина свадьбы, 5 лет со дня нашей свадьбы, со дня росписи. Потому что сама свадьба была у нас в другой день, поэтому мы отмечаем нашу роспись. Те, кто был в Стамбуле, думаю, узнают это сооружение. Прямо возле площади Султан Ахмед. Это площадь Ипподром. И сейчас мы вот туда пройдем. И будет как раз вот Стамбул. Это место для фотографии Султан Ахмед. Тут такая аллея красивая. И видно с одной стороны как раз Айя Софи. Вот она. А с другой стороны... голубую мечеть. Ее, правда, сейчас один минарет, я так понимаю, реставрируют, и получается, что она такая немножко непрезентабельная. Ну, а Айя София красивая, конечно. Здесь, как обычно, очень много людей, туристов. Но сегодня, кстати, еще более или менее, бывало и больше. Мы гуляем. Смотрите, какая красота. Я люблю это место, несмотря на то, что здесь очень много людей, но все равно здесь какая-то такая энергия. Не знаю, либо же у меня воспоминания просто о том, когда я первый раз побывала в Стамбуле. Все равно, когда здесь гуляю, такая особая атмосфера. А вот видите, мальчики такие в костюмах. Это они после здесь обрезания празднуют вот таким вот праздником. Мальчишек наряжают в такие костюмы. Вон один побежал, вот второй. И им делают праздник, гостей приглашают. Потом везут куда-нибудь гулять. Обычно на машинах красивых каких-нибудь. Мальчишки всегда очень ждут. Я снимала только что кусочки видео на этот фотоаппарат. Вообще хочу сделать заставку для канала. Ну, не знаю, получится у меня это или нет. Сзади меня, вот видите, Симит продает мужчина. Классно здесь, хорошая атмосфера. Приезжайте в Стамбул, кто еще не был здесь. Вы не пожалеете. Вот Айя София. Вообще для туристов здесь, конечно, классное место. И сейчас, на самом деле, погодка как раз для того, чтобы ехать в Стамбул. Сентябрь-октябрь. Это после апреля лучшее время, когда вы можете посетить Стамбул. Конечно же, приезжают и зимой, но вероятность того, что вы попадете в сезон дождей, точнее, даже не в сезон, а в неделю, да, дождей, растет, конечно. Сейчас сентябрь-октябрь, ну, в сентябре еще сейчас даже жарко, как видите, в футболке вообще жарко. Сейчас уже вечер, но если что-то, приезжайте в октябре, вы не пожалеете, тут очень классно будет. Или в апреле. В апреле здесь фестиваль тюльпанов. Я уже много раз об этом говорила. Здесь все высажено тюльпанами в огромных количествах, поэтому вы будете просто шокированы, приятно удивлены тем, какой красивый Стамбул в апреле. Вот, поэтому те, кто спрашивал о лучшем времени, это вот это. Кстати, еще хотела вам сказать, что мне пришел паспорт мой, Кимлик. Внутренний паспорт турецкий. И всего лишь за
по-моему, 2 рабочих дня. То есть мы в пятницу отдали документы, а мне принесли его когда? В среду. В среду мне принесли мой паспорт. То есть вот так вот, представляете, быстро они все это сделали, обработали. Вот сзади у меня трамвайчики, слышите? Звуки Стамбула – это отдельная тема, конечно. Вы ни с чем их не спутаете, один раз побывав в Турции. Вот, сейчас, я не знаю, дороги дюрусышка. А что? Идем, наверное, в сторону Эминюню. Ну, сейчас. Все здесь уже поснимали для вас. Вот. Но особо я ничего не рассказывала, потому что те, кто со мной давно, знают, что у меня на канале есть целая рубрика, которая называется «Гид по Стамбулу». Вы можете ввести в поиск YouTube «Гид по Стамбулу», «Анна Мелек Блогс» – название моего канала. И вам выдаст множество видео о достопримечательностях Стамбула. У меня их очень много, в том числе и о Султан Ахмед. Есть и о голубой мечети отдельное видео, внутри съемка тоже, по-моему, была. Я, честно, не помню, это было, потому что 5 лет назад, по-моему, когда я только начала вести свой канал, тогда я начала выкладывать эти видео. Также есть и с египетского рынка, и Принцевые острова, в общем, чего только нету. Если вы хотите побывать в Стамбуле, но еще не были, и хотите как бы себе составить такой список достопримечательностей, которые вы хотите посмотреть, то, пожалуйста, посмотрите мои видео и определитесь, что вы хотите посмотреть вживую. Вот, как я уже сказала, спускаемся вниз, а здесь вот такое вот кафе, прямо возле трамвайных путей. Мне оно нравится тем, что здесь такие фонарики милейшие висят, очень прикольно. Но вечером, конечно, красивее, чем сейчас. Сейчас день, они отсвечивают немножко, они такие яркие, как ночью. Здесь можно чаёк, кофеёк попить. Меню с ценами, кстати. И вот. Чай 5 лир, финжан чай 8 лир. Чай 5 лир. Обычный турецкий чай 5 лир. Травяной 10. Емек. 12 емектер, Анадолу мутфағы. Стик, коктейль, татлы, тавук чешитлери. Тавук узга 42 лира. 42 лиры, вот, допустим, Чок вам пахал. Цена на курицу. На чем это, господи, скажите мне, я вам скажу. На мангале, да? Жареная курочка, 42 лиры. Дорого, конечно, честно скажу. Ну, что вы хотите, это центр Стамбула, это туристический центр, естественно, будет. А вот здесь, кстати, турфирма. Продаются всякие туры. Моя мечта побывать в Каппадокии. Я прям очень хочу. Вот так вот. Вот такое вот зрелище. Видишь, шары? Труаты. Памуккале тоже хочу. Трое здесь мы были без гиттика раза, да? Это какой-то голубой круиз, не знаю, что это. Здесь Трабзон. Греческие острова. О, классно. Анталия и Фетия. Еще Эфес. Вот так вот. Вот здесь тоже всякие. А, это по Стамбулу уже. Вот смотрите, Принцевые острова, Бурса, Босфор, ночной тур, дневной тур. Шиле, это на Черном море, по-моему. Шиле, Карады, не знаю. Пляж на Черном море в Шиле. Кто-то спрашивал, где можно в Стамбуле покупаться. Ну, это, конечно, далеко от Стамбула. То можно покупаться, в принципе, в Шиле, но надо ехать. Курс доллара. Даже не продают доллары уже. Гордон, с этого мы в Лондоне. Доллары не продают, потому что курс такой, что не хотят они это делать. Какой-то магазин одежды открылся, кстати, раньше его не было. Кстати, глаз мой еще не прошел. Видно вам или нет, мой красный глаз не прошел, в том смысле, что я еще плохо им вижу. Были у доктора вчера, доктор сказал, что пройдет, закрыл мне глаз, ну, заклеил, в общем, такой штукой, чтобы глаз отдыхал, но не смогла я с ней долго ходить, слишком жарко под ней, все потеет, ну, в общем, мне не понравилось, поэтому я решила его снять, тем более мы решили погулять, поснимать видео. Так, смотрите, какое здесь кафе с турецкой едой. Это прям все возле Султана Ахмета. Я вам очень близко снимаю. То есть мы еще никуда не отошли. Просто идем от Султана Ахмета по трамвайной линии.
О, это лукум делается. Сладости турецкие. Лукум я поверла. Да. Так, а здесь еще какие-то турецкие сладости. Ух ты. Прямо при вас делают сладости турецкие. Супер, как мы попали. Видео, видео, чекси наш. Обалденно, правда? Он так аккуратно все раскладывает, прям супер. Это, наверное, баклава с орешками будут. Всякие сладости продают, все зазывают. Ну, я вам здесь есть вот такие вот небольшие бутик-отели везде. Вот, прямо выходит на трамвайную линию, смотрите. Они обычно, конечно, дорогие, лучше брать какой-то отельчик, который немножко сзади, на какой-нибудь улочке, но зато будет вам подешевле, хотя будет тоже рядом, просто не будет выходить вам на трамвайную остановку. Ну и шумно здесь, конечно. Представьте, как трамваи здесь шумят. А покупать в таких магазинчиках не советую. Ну, что-то дорогое имею в виду, потому что тут обычно дороже, чем в обычном каком-то магазине, который немножко дальше от центра. Вот так женщина при вас делает гёзлеме. Кафе. Кто-то себе стульчики поставил. Тоже можете присесть. Улочки очень узкие, поэтому видите, как трамвай и сразу тротуар. И тут еще и машины умудряются ездить до или после трамвая, потому что вместе они, конечно, не влазят. И нужно быть очень осторожным, когда трамвай проезжает, потому что может вас задеть, если вы немножко с краю тротуара стоите. Поэтому всегда так громко трамвай сигналит. Я надеюсь, что не сильно трусится камера. Пытаюсь, конечно, не трусить ей, но не получается особо, потому что дорога не очень ровная. Так, если сейчас у меня сядет батарея, она у меня садится, то придется мне снимать на GoPro. Я его не очень люблю, конечно. Но что делать? Сумки, кожа. Ну, это не кожа, естественно. Даже если вам скажут, что это кожа, то 100 раз подумайте, правду ли вам говорят, не всегда кожа. Узкие улочки вот так вот отлетаются. Видите, трамвай? Ой, шумит, чуть не упала. Мороженщик знаменитый. Здравствуйте, добро пожаловать. Над девочкой шутит. Зазывала, эти надоели. Просто посмотрите, не надо покупать. И так далее. Чего они зовут? Манекен ужасный. Гуччи, Адидас, Найк. Что хотите по дешевке. Так, это аптека. Вот еще одна узкая улочка ответвляется. Тут кафешка какая-то. Кофе-шоп. Кофти-шоп. Неправильно написала. Кофе-чай. Сладости. Здесь, кстати, очень много магазинчиков, которые продают технику. Вот, пожалуйста, видите? Мы уже почти подошли к причалу Эминюню. Вон, видите, море впереди. Тут, на самом деле, очень близко идти, буквально 2 остановки, и вы уже там. Поэтому, ну, пешком можно прогуляться вполне.
Если честно, я уже кушать хочу. Что-то придумаем сейчас, что поесть. Хотя здесь не особо, конечно, выбор, но в принципе можно покушать. Такой какой-нибудь фастфудик туристический. Мы зашли тут в ресторанчик с террасой. Они дают надо поиграть. Вот такой ресторанчик здесь называется Дюрбюн. Здесь обалденный вид на Босфор. Смотрите, какой. Видно мост вдалеке. Там плавают пароходики, трамвай. Галата башня вон вдалеке виднеется. Очень красиво. Мы сейчас будем заходить в египетский рынок. Свекровь попросила купить кофе. Самый лучший кофе, это самый лучший кофе в Стамбуле, тот, который здесь продают на развес. Неправильно сказать, распасовывают здесь кофе Мехмед Эфенди. Мы решили внутрь не заходить, а обойти его. Но тут что-то еще больше людей, чем внутри. Каштанчики продают. Многие не любят каштан, а я люблю. Просто часто попадаются каштаны, которые, в общем, пережарили, да, получается, они как горелые немножко. И люди думают, что такие они и есть. Но на самом деле просто такие вот им попались неудачные каштаны. Мы уже будем ехать домой. Камера моя села. Снимаю вам на свою большую зеркальную камеру. Вон, видите, вдалеке Галата башня виднеется с подсветочкой уже. Продают кукурузку. Уже темнеть начинает. Мы будем ехать домой. Всем спасибо, что смотрели это видео. Всех целую. Пока-пока.